Привет! Сегодня хочу рассказать вам, как сварить кисель. Самый обычный, простой, вкусный кисель. У меня он будет из смородины. В принципе, можно взять любую ягоду. У меня это вот замороженная такая перекрученная на мясорубке смородина. То есть я ее просто перекрутила, положила в мешочек, и она была заморожена. Достала, вот, пожалуйста, без сахара. Значит, берем кастрюльку воды чистой. Ну, у меня примерно 3 литра. Нам потребуется еще сахар, вот смородина. Можно использовать любую ягоду, даже вишню. Крахмал. И, в принципе, все. Воду ставим на плиту и доводим до кипения. Итак, пока вода у нас закипает для нашего киселя, мы приготовим, она почти уже закипела, крахмал. У меня сегодня картофельный. Ответьте на такой вот. Слушайте внимательно, держите ушки на макушке. В конце передачи я вам задам вопрос. Так, у нас стакан холодной воды. В него мы добавляем такую полную, хорошую, прям большую, большую с горкой ложку крахмала. И прям еще чуток, наверное, вот так вот, 1/3. И хорошенько размешиваем. Это я делаю где-то на 3, что ли, литра кастрюлька у нас. Так, хорошо размешиваем. И отставляем в сторону. Ждем, когда закипит вода. Так, ну вот вода у нас почти закипела. Ну вот уже прям пошли мелкие пузырьки. И я туда опускаю смородину. Она холодная, поэтому ей нужно немножко там повариться. Так, смородину. Сейчас она растворится. Так. И сразу же добавляю сахар, потому что смородина совсем без сахара, и она кислая. Сразу же добавляю сахар. Ну, сахар по вкусу, я не знаю. Наверное, ложки 4. Может, даже больше выйдет. Так, теперь ждем, когда полностью смородина у нас вся растворится, разойдется и снова почти закипит водичка. Так, ну вот, смородина совсем растворилась, сахар я еще добавила пол-ложечки, хорошенько перемешала, получился такой насыщенный, ну типа компота, что ли. Смородина, видите, мелкие-мелкие такие кусочки плавают, красивый. Так, и теперь вот в эту почти кипящую даже, можно сказать, воду мы добавляем наш крахмал. Крахмал нужно обязательно хорошо перемешать перед тем, как добавлять, чтобы он прям не осел там нигде, ничего. Вот я перемешала и вливаем в нашу кастрюлю. И теперь очень хорошо, аккуратно перемешиваем. И он прям на глазах начнет густеть. Если вы любите прям очень-очень такой густой кисель, или даже бывает делают кисель, который едят ложкой, то надо будет еще крахмала. Мы такой пьем, ну, не очень густой, который прям можно пить. Но все-таки который чувствуется. Так, сейчас еще раз хорошо все перемешиваем, чтобы ни крахмал, ни смородина, ни сахар, ничего не было на дне. Ну вот и все, в принципе, готово. Теперь отставляем с плиты, даем время остыть, и я покажу, какой он получился густоты. Сейчас он, ну, так, конечно, вот видно, что он не совсем как водичка, но еще загустел не до конца. Потом он, когда остынет, будет гуще, я покажу. Ну вот, наш кисель еще не совсем, конечно, но подостыл, стал такой уже теплый, так сказать, немного теплый. Вот такой он получился. Не совсем, конечно, прямо густой. Нет, ближе, ну, больше к жидкому. Но нам такой нравится. Если хотите погуще, можно просто добавить, ну, побольше крахмала и все. Ложки, наверное, 2-3, я думаю, спокойно. Можно, ну, можно будет еще пить его. Вот, сейчас в стаканчике покажу. О, какой красивый получился. стаканчики, там прямо смородинка плавает такими штучками. Кстати, классный способ сохранять ягоды. О, красота и польза. Классный способ сохранять ягоды, вот смородину. Я перекручиваю на мясорубке и в пакеты, в мешки, в маленькие мешочки прям раскладываю, без сахара, без всего. И замораживаю. Кстати, вообще очень удобно, классно. Это вот я в первый год так сделала. Достал. Можно и варенье быстрое сварить, можно и компот, можно и кисели, можно и так поесть с сахаром, в общем, как угодно. Что-нибудь испечь можно еще. Ну вот, наш кисель готов. Приятного аппетита!